plus 7, 4, 0, 1, 2, 6, 1, 0, 0. Конечно же, наш новый от города Калининграда, где сегодня предстоит нам увидеть долгожданный, очень титанический бой, практически главный фаворит сегодняшнего, конечно же, дня. Это очень красные, колоритные, яркие и практически огнедышащие представители Испании и Марокко. Кто окажется победителем и на чьей стороне окажется фортуна, мы узнаем буквально. Спасибо большое. Итак, друзья, хотелось бы отметить, кто сегодня еще раз болеет за сборную Марокко. Есть такие? Есть. За сборную Марокко. Отлично.